Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, а это снова игрушка City Battle. Довольно много уже видосиков вышло по этой игре, и вот настало время снять еще один. Если вы вдруг не в курсе, что такое City Battle, то это командный шутер на ПК, на компьютеры, бесплатный, кстати, и от наших советских разработчиков, да, отечественных, скажем так. Если вы вдруг не знаете, что такое командный шутер, сейчас вы все в процессе увидите. Но по факту мы занимаемся здесь тем, что изучаем классы в City Battle Virtual Earth. Ну, то есть, как бы я уже изучил снайпера, бомбера, штурмовика. То есть, ну, как изучил? Я довольно немало за них поиграл, соответственно, я знаю, что они могут сделать. Я хочу сегодня продолжать свое обучение в City Battle и ваше тоже. И давайте, ну, скажем, я не знаю, страж, диверсант, поджигатель и техник. Техник — это саппорт, и я не любитель за них играть, я не знаю. Страж, защита, диверсант, атака, поджигатель. Так, давайте за диверсанта сыграем. Сканер. Диверсант сканирует местность в небольшом радиусе вокруг себя, обнаруживая всех скрытых противников, подсвечивая их сквозь стены. Это ВХ встроенный. Граната. Диверсант бросает гранату, которая взрывается после короткой задержки или при приближении противника, нанося урон или замедляя его. И скачок. Диверсант телепортируется в указанную точку на небольшое расстояние, удерживая клавишу активации, позволяет точнее выбрать место скачка. Это очень интересно, ребята. Да, довольно неплохой класс. Не знаю, я ни разу за него абсолютно не играл. Так, подождите. Тут, кстати, смотрите, что изменилось. Рейтинговые бои остались только. Чемпионаты, рейтинговые бои и бой против ИИ. То есть немножечко изменилась, да, ситуация. Ну давайте подождем каточку и посмотрим, что же может наш новый класс диверсант. Ой, ребятушки, ну давайте попробуем. Давайте попробуем сыграть. Не знаю, что нас ожидает в этом диверсанте, но я думаю, что все будет четенько. Я уверен, что все будет четенько. Правда, знаете, я для себя уже... Так, сейчас... Ну да, все, никого больше не будем выбирать, кроме диверсанта. Я вот, для меня, конечно, самый топ это бомбер на данном этапе. Не знаю, что будет дальше. Так, телепортация, вот она как работает, видите? То есть, в принципе, очень даже далеко, да? Погодите. Так, это прав... В смысле? О, подожди. Я понял. У нее очень слабая атака. Только что значит вот эта правая кнопка мыши? Погодите, гранат даже не туда кинул. Это все, знакомство с диверсантом началось просто очень успешно. Ну, телепортация вообще огонь, на самом деле. Просто сваливаешь постоянно. Так, а это у нас что? Погодите, у меня правая кнопка, это не прицел. Это, подожди. Да, блин, да елки-палки. Правая кнопка, это не прицел. Это что-то другое, погоди. Гранаточка туда. Блин. Погоди, сюда. Где ты? Вообще дамага ноль. А вот так есть. Подожди-ка, я начал вкуривать. А почему не было в описании? Я убил последний удар. Это же... Да, я должен проверить. О, минус еще один. Это автонаведение, ребята. Это автонаведение. Я понял. У нее есть автонаведение, просто работает оно очень хреново. Ну, типа, не хреново, без автонаведения дамаг и скорость атаки, ну, такая, знаете, печальная. А с наведением дамаг еще меньше. Но хотя бы, вот, видите, хотя бы он 100%. Но это вообще чит. Автонаведение — это чит. Правда, дамаг, ну, реально очень маленький. То есть она, ну, просто очень слабая. Невероятно. Зато можно ТПшиться. Так, погоди. Да, ну вот, видите? Абсолютно, да? То есть как бы можно еще и не попасть. Обычный какой-то юмпик у нее. Ну-ка. Да, когда ты начнешь убивать... Вот, уже хорошо. Так, усилитель надо забрать. Уже хорошо. Но сразу же предварительно скажу, что персонаж очень слабый. То есть, может, как класс она может существовать? Больше как саппор, что ли? Вот, просветил, показал врагов, да? Но там телепортировался, забрал усилитель. Подожди! Гранату. Ну, дамаг вот нанес. Даже граната наносит абсолютно ничтожный дамаг. То есть она может как саппорт идти. Да блин, куда я тпшнулся-то, уходи. Просвещать врагов, кидать гранатки, уходить там на ТП. Но никак не атака. То есть как она обозначена, атака в начале, это бред. Она не атака, это так себе. Но можно поиграть, а то можно поразвлекаться. Так, гранаточку. Вот, например... Да блин, ушел. Например, телепортаторами берешь и просто разваливаешь так. Просто залетаешь к ним прям в середину. Нет, не умри. Зато уйти можно легко. Видали? Я просто только что метров на 50 отлетел в сторону. Они меня замучаются искать. Ну, елки. Ну вот, видите? Да, минус один. Но это очень тяжело. Убивать реально очень тяжело. Ну ладно. Так, идем дальше.
Посмотрим. Ой-ой-ой-ой, коцаная. Зато автонаведение работает. Во, Кобана, привет. Автонаведение — это, ребята, тема. Просто автонаведение в игре. Что еще может быть лучше, да? ВХ у этого персонажа есть, сквозь стен смотреть. Автонаведение. Я еще и 7-0 сделал. Ну, отлично довольно-таки, так. Не, ну этого, наверное, я не убью. Зато я могу к нему поближе подойти. Да ты задрал, да, да не, я знаю, кстати, этого поджигателя, у него есть способ, способность хилиться, и это вообще, вот против него нет смысла, вот смотрите, что происходит. Я просто в упор не могу его развалить, сейчас же, да блин, застилили, вот уроды, а, свои же. Я почти убил его на самом деле, но не, не повезло. Так, тут кто-то был. Погнали за усилителем. ТПшки нет, ТПшки нет, ты что? Фу, он меня чуть не украл, усилитель, мой же снайпер. Привет, подруга, привет, привет, привет. Да, блин, куда ты делаешь-то? У меня, кстати, хп тоже практически не уменьшаются, потому что в любой непонятной ситуации берешь, просто валишь отсюда на shift и все. Ой-ой-ой-ой-ой, погоди. Так, тихо. Три робота. Да ладно, мы их уже расчехлили, оказывается. Вот и все. Привет. О, минус еще одна. Вот это неплохо. Ой-ой-ой-ой, ребят, погодите. Не хочу быть... роботом, которого завалят сейчас. Да блин, о, смотрите, мой клиент. У кого мало хп, вот персонаж этот, вообще, диверсант очень хорош. Мало хп у чувака, иди разваливай его вот так вот. О, я еще и финалочку сделал, да? Ну слушайте, интересно, но как-то слабенько. Я даже, видите, третье место, даже не первое занял. То как-то слабенький персонаж, очень мало дамага вносит, очень мало. Давайте, наверное, еще раз сыграем, посмотрим, потому что... Ну, какие варианты? Надо еще разочек сыграть, посмотреть. Так, а теперь завод у нас. О, блин, глюкануло, что ли? Погнали. На шифтиках, на шифтик. Не люблю эту карту. Очень большая, много куч проходов. А я постоянно блуждаю. Видите, здесь до сих пор никого не нашел. Но хорошо, что у меня есть ТП. Но ее мобильность в телепорте, знаете, компенсируется там, если так, здорово, можно сказать, медленной скоростью, да, очень медленный персонаж сам по себе. Ну вот, ну что происходит? Ну что? Во, минус. Неплохо. Так, начало какое-то очень спокойное. Где все? А, вот они. Гранатку туда. Я могу просто вот так сверху стоять, смотрите, и сносить. Ну, не, ну как сносить? Помогать. Помогать сносить своей команде, потому что просто, ну, заносишь какой-то дамаг. Так, блин, а граната сквозь щит не пролетела, да. Ну, это, в принципе, было очевидно. Здорово. Не, ну, стрелять по танкам, это, конечно, бестолку. Зато гранаточка зашла на 400 дамага. Ну, камон, может, ее качать надо как-то. 400, да офигеть, ты умираешь, что ли? Их хилит кто-то. Да, блин, я уже сам запутался. Мой вестибулярный аппарат скоро сломается, на самом деле. С этим персонажем. Ты ТПшишься сам... Блин, сам не понимаешь, где находишься, уже куда улетел. Ну вот, я могу просто саппортить, типа. Вот саппортишь, просто кинул гранат. Блин, ага, кинул. Догнать можно, подсаппортить дамагом, но не более того, ну понимаете, да? Так, подожди. Еще одну. Не, это будет бесконечно, это самые долгие файты. Они набрали танков, мы набрали каких-то сикель, блин, которые не могут их пробить. Не-не-не-не-не, хорош! Молодцы, и 25% роботов, кстати, тем не менее, на нашей стороне уже. Так, кто стреляет-то? Вот, опять толстый, иди нафиг. Не, танки, ребята, против диверсантов, это, ну, просто смерть. Ну, в плане, не то, что смерть, они, может быть, вас не убьют, потому что можно затпшиться вот так вот. Но, ай-яй-яй, поджигатель. Но вы им ни хрена не сделаете. То есть, если против вас выбрали все диверсантов, берите танков просто. Они вас щекотать будут, ты чё, нет, не убей меня. Блин, зачем я просветил-то? Ууу, неплохо, килл. Вы еще одни подошли, пацаны. Ну-ка, когда ты сдохнешь-то, блин. Застилили, но зато хотя бы у меня усилитель есть. Слушайте, неплохо складывается ситуация. 12-2, да, в нашу пользу. Мы убиваем довольно-таки неплохо. Погодите вниз, гранатку. Блин, а он как раз улетел в этот момент. Не, ну это бестолку. Зачем этому персонажу включили классический бой, я ума не приложу. Ну, потому что он вообще не сносит. Абсолютно, просто нулище. Вот хотя бы, вот видите, да? Хотя бы с автонаведения есть хоть какой-то дамаг. Почему бы не сделать его обычным, такой же дамаг? Так, где вы все? Привет, подруга! Вот, видите, я пытаюсь на простреливать по привычке без наведения, но это просто, я не знаю, как рисом во врага бросаться. Ну, просто невероятное дерьмо. Так, гранаточку. Да что ты будешь делать? Вы свои куполы когда перестанете ставить-то?
Сейчас развалим кого-нибудь. Ага. Уходи! Не. Самый бесконечный бой в мире. Мы просто мы наносим дамаг, они хилятся, и все, и на этом заканчивается. Не, ну мы тем не менее как-то выигрываем хотя бы. Здорово! Не, это не варик, ребят. Это не тот драфт. Ай-яй-яй-яй! Уйти! Это не тот драфт, который нужен. Так. Погоди. О, не, надо, знаете, против таких ребят брать бомбера. Это просто тема. Бомбер будет их. Так, мы убили еще, красавчики. А бомбер просто будет стягивать в одну точку, гранатами закидывать. Вот это будет тема. А вот это, что это? Сколько лет мне тебя бить? Во, убил, молодец. Сколько надо убивать-то все это время? Ну, давай еще. Ясно. Ну, как бы не знаю, мне не мне засчитали, но... очень пассивный персонаж такой. За исключением, ну, тут, типа, раньше был режим, я не знаю, остался он или нет. Нужно было что-то украсть что-то у одной команды. Или я еще что-то путаю. По-моему, надо что-то было стырить и унести. Ну, как усилители, только какие-то данные. Вот для этого вообще четко. То есть, погоди. Уйти. Да, блин, меня поймали. Уйти. Вот. Вот это вот, вот в этом, это в персонаже главное. Телепортация, ребята. И ВХ-шка вот эта. То есть есть режим, вроде бы есть он. Оу, тройное убийство. Где нужно украсть там данные и убежать. Вот все, вот это берите диверсанта, убегайте просто вас хрен кто когда догонит. Это тема. А для дезматча вот такого, наверное, все-таки не совсем подходит класс. Так, ладно. В этом тоннеле, походу, поляжет много бедных роботов. Но точно не от моей руки. Ну, хотя хрен его знает. Гранату далеко тоже бросать не может. Но вот дамаг нулевой. Просто будем поддерживать пацанов. Давай. Во-во-во-во-во, погоди. Не надо. Нам тут устраивать свои приколюхи. Так, ой, вот же он. Не, это толстяк, это просто неимоверно. Вот граната ничего не снесла. Сейчас будем по стариночке. По стариночке своим автонаведением разваливай. Давай! Давай! Да нифига, смотри, просто бессмертный. Ноу! Капец. Не, меня сейчас развалит, нет? Надо уходить отсюда. Ребят, это не моя война. Я, короче, этот. Я ухожу в другое место. Это бред какой-то. Диверсант. И this is просто very, very best class. Ну-ка. Здорово. Гранатка! О, вот тут уж хоть что-то. Это пошла движуха. Видите, танки ушли, можно играть. Танки ушли, можно разваливать. Я даже 9-0 как-то сделал. Я не знаю как. Просто идем дальше, привет. Но это уже танки. Ну, это как полутанк, это поджигать. А, нет, это не поджигатель. Смотрите, он просто живет на последних... На последних миллиметрах и отхиливает его вот этот вот саппортиха. Помните, про который я брать не хотел? Ну, я не люблю за таких играть, потому что, ну, это не круто. Я не люблю так. Так. Ну, ты че, умрешь ты сегодня? Нет, она еще ушла. Ну, почти. Правда, все, гранаты без толку бросать. Давайте просто гнобить их дамагом. Вот моим невероятно сильным и мужественным дамагом. Так. Да сколько можно-то? Хочешь силы, возьми усилитель. Да сама возьми усилитель, мне этот усилитель ничем не поможет. Было бы прикольно, если бы усилитель x10 атаки давал. Вот тогда мой персонаж был бы топчиком. А то граната по 400 разваливать, блин. По 400, это даже мне самому на топ 3 жизни снесет. Вот, давай, один на один, иди сюда. Иди сюда, пообщаемся, слабо? Смотри, о, иди сюда. Я тебя сейчас развалю, видите? О, вот. Сколько мы? До завтра, братан, будем воевать. И то, скорее всего, ты выживешь. Так, погоди. Во-во-во-во-во-во, откуда? Не, ребят, я пошутил. О, вот этого мы сейчас должны забрать. Перезарядка! Сейчас отхилят его, блин, отхилят. А, нет! Так, я упал вниз, подождите. Не, я уже туда не попаду. Вон, можно на телепорте подняться. Блин, я перескакиваю. Привет, граждане, как дела? Не, ну это бред. Да сдохнешь ты когда-нибудь, нет, походу нет. О, мой клиент, смотрите, мало хп. Поехали, где ты? Да, я сам запутался, все, развалит меня, да? Нет? Я просто упал в логово их команды, и меня даже никто не убил, если честно. Там, по-моему, у всех тоже дамаг, как у диверсанта, блин. Ну-ка. Просто наноси дамаг. Улыбаемся и наносим дамаг, называется. Как дела? Ух ты, Хартри, что, охренел, что ли? Меня убил.
Остался последний, ребят. Остался последний, но это что-то, конечно. С нами, смотрите, тоже бегает диверсант. Ладно, я сейчас изучаю. Давай! Последний шанс убить! Последний шанс убить! Последний шанс... Да, конечно, блин. Да где же вы все? Давайте, я должен забрать. Это танк, это мой шанс. Убить! Убить! Да умри! Да, капец. Да сдохни же ты, да, ребят. Фу, противник разбит, победа. Слушайте, я ладно, я изучаю, ребят. Пятое место, капец. Я изучаю этого солдата, так сказать, диверсанта. Но по собственному желанию его выбирать, ну, я считаю, что это бред. Ну, гораздо есть более крутые классы. Тот же самый бомбер, штурмовик и даже снайпер. Они гораздо интереснее и интенсивнее. То есть здесь вот убегать, да, что-то взять, убежать, это да. А, ну, как бы просто в дезматче, как по мне, не очень. Я вот бомберу останусь верен пока что. Потому что мне он нравится, наверное, больше всех. Ну и, ребятки, будем заканчивать. Это был City Battle Virtual Earth. Пишите в комментариях, какой следующий класс вы хотели бы проверить. У нас осталось немного. Страж, поджигатель и техник, собственно говоря. Но я думаю, возможно, будет поджигатель. А у меня на этом все, ребятки. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока.